Перше документальне видання про священномученика Володимира презентували сьогодні у Києво-Печерській лаврі. У книгу увійшли дані із засекречених радянських архівів. Невідомі факти з життя намісника убителі. Представив видання митрополит Павло. Ідея появилась, я говорю за себя. Еще когда я был студентом, я очень чтил и чту до сегодняшнего дня всех новомучеников. Я относился очень трепетно, потому что нет большей любви, чем отдать душу свою за ближних, а пострадать за Христа. Если бы меня Господь удостоил такой части, я, наверное, был бы самый счастливый человек. И я к этому отношусь очень трепетно. Ну и когда в 1990 году были обретены мощи священномученика, как раз где мы с вами стоим в этом храме. И мне хотелось и хочется, чтобы люди знали больше. Это те люди, которые положили душу свою за культуру, за ценности семейной жизни, за духовность, за церковь и, в конце концов, за народ. Митрополит Владимир прожил более 70 лет, но у него дружба была с Богом, но не с миром.